В 7 часов утра 1 января 2018 года в Калифорнии начались легальные продажи марихуаны. Штат одобрил легализацию на референдуме в 2016 году. Калифорния стала шестым из 50 штатов США, легализовавшим этот наркотик. Штат начал выдавать лицензии на продажу каннабиса в середине декабря. Для получения лицензии штата необходимо предварительно получить соответствующее разрешение муниципалитета. Крупнейший город штата, Лос-Анджелес, долго не мог определиться с принципами выдачи подобных разрешений. Только 3 января он начнет прием заявок от бизнесов. По данным газеты Los Angeles Times, в штате было выдано 49 лицензий, разрешающих розничную торговлю каннабисом. Закон Калифорнии предписывает обращаться с марихуаной примерно так же, как с алкоголем. Это означает, что наркотик могут приобретать только совершеннолетние, старше 21 года. Возраст необходимо доказать, продемонстрировав водительское удостоверение или паспорт. Покупки при этом лимитированы. За один раз можно приобрести унцию, то есть около 30 граммов вещества. В Калифорнии марихуану запрещено курить там же, где запрещено курение, например, в ресторанах, театрах и иных общественных местах. Особо строгие запреты действуют вблизи школ и детских садов. С каннабисом к ним запрещено приближаться на расстояние ближе 300 метров. Курение марихуаны за рулем также не допускается. За счет легализации продаж марихуаны Калифорния рассчитывает существенно пополнить бюджет штата. Однако этот наркотик остается вне закона на федеральном уровне.